Так, привет, смотрите, сейчас хочу показать, что произошло с той крольчихой, которую мы привезли. Вот мы сейчас заходим к ней в клетку. Так, вот она. Вот она, вот ее детки. Ой, ты какая хорошая, милая, славная. Как тебя назвать-то, а? Как тебя называют? Какие у тебя детки красивые. Маленькие такие, да? Вот эту крольчиху мы привезли от Сан Саныча. Она уже была оприходована. Так, нет. Хай-фай. Самка, по-моему, тоже. Так, самец, как я понимаю, вот здесь вот. Какие прям шерсть такая блестящая. Вот такой вот приплод. Но это, по-моему, одна. Сена, конечно, на них уходит очень много. И вот эта конструкция, которую я придумал, ну, это, в принципе, не мной придумано, вот так вот все это выглядит. В принципе, вот так вот удобно. А здесь что-то надо переделать немножко, потому что, чтобы она ведро лилась. Здесь так нормально. И вот здесь вот, обратите внимание, вот она не сделана. И вот все сранье течет по стене. Это плохо, конечно. Вот он, самец, да, вот он. Вот он, молодец. Вот он, красавец. Ух ты. Вот уж. Геройчик. Сультяй, по-моему. Ну, в общем, вот такой вот приплод. Вот такое вот хозяйство у родителей. Ну, здесь вот такие вот клетки, которые я делал. Я их всего сделал две штуки, пока они лежат без надобности.